Я считаю, что две длинных пьянки в год – это, конечно, вредно и для здоровья, и для печени, и, в общем, для экономики тоже. Потому что подобные праздники сильно выбивают из колеи. Майские праздники были несколько рваные. Значит, то есть они выбили из колеи аж на 3 недели всю страну. Поэтому я, конечно, эту тему не приветствую, как человек, который любит работать. Я выступаю за то, чтобы праздников было поменьше. Ну или как-то их размазать по году. Но мне кажется, что такие длинные истории – это вредно.